Талантливую молодежь Комсомольска наградили в драматическом театре. Премии «Созвездие новых имена» удостоились 26 школьников и студентов, добившихся высоких достижений в учебе, творчестве, спорте, общественной жизни в 2022 году. Новые звезды зажигают в нашем городе на протяжении 20 лет. В этот вечер в центре внимания юные жители Комсомольска. Заслуженную награду они получили не только за успехи в учебе, но и в других областях. Полина уже более 10 лет занимается художественной гимнастикой. Недавно, одержав победу на краевом чемпионате, девушка вошла в состав сборной Хабаровского края и отправится на чемпионат Дальнего Востока. И пусть это не спортивная награда, но для юной гимнастки она не менее значима. Для меня это очень многое, потому что меня первый раз приглашают на такие мероприятия за столько лет занятия спортом. Для меня это очень важная награда. Чем больше таких детей, тем больше процветает город. Также процветает страна. Будущий автомеханик Александр Губанов получил награду за достижения в учебе. Студент стал победителем краевого конкурса по бережливому производству в профессиональных образовательных организациях. Молодой человек отметил, что такие награды дают молодежи мотивацию. Когда видно, что твои усилия не напрасны, то, конечно, вот и даже грамоту дают, то, конечно, это мотивирует еще лучше стараться, еще лучше работать, учиться и трудиться. После церемонии награждения для виновников торжества и гостей на сцене выступили лучшие творческие и спортивные коллективы города. Для многих награда стала приятной неожиданностью. Оказаться в числе талантливой молодежи города – честью. Анна Тютюник, Валерий Тагушов для выпуска новостей.